Около 9 утра на улице Калинина водитель автобуса сбил женщину. ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Пока ехала скорая, очевидцы пытались реанимировать пострадавшую. Первую помощь оказал Андрей Обухов, заместитель главы округа, который в это время спешил на совещание, но тем не менее не остался в стороне. Пошел на работу, увидел о том, что у нас случилось ДТП, лежит человек на асфальте. Согласно ПДД у нас водитель обязан оказывать медицинскую помощь, но водитель, похоже, был сам в состоянии аффекта. Перегородили поток движения, оказали первую медицинскую помощь человеку, расчистили дыхательные пути, привели в чувство с помощью раствора аммиака, который нашли в автомобильной аптечке. Наше российское образование мне помогло, я закончил Саратовский высший военный институт внутренних войск, Министерство внутренних дел. Один из обязательных разделов – это, конечно, военно-врачебная подготовка. Ну и плюс пару командировок мне тоже помогли на Северный Кавказ. Сейчас пострадавшая находится в Химкинской областной больнице в операционной. У нее тяжелая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга, средней степени тяжести, перелом носа, рвано-ушибленная рана и переломы. За ее жизнь борются врачи.